Все, я приготовила для выравнивания торта. Куда ты едешь? Становись. Да. Крем я выложила в мешок. Подготовила шпатель у меня вот такой. Вот. И спатула. Так, будем наносить. Ты мой помощник, да? Так. Стараемся делать без пробелов. Кремушек у нас лег равномерно. Да, тут у меня почему-то уже не хочет и обязательно сверху. Перчаточек. Так, ну что, вроде все пробелы я закрыла. Так, пока это отложим в сторону. Сейчас мы спатулой пригладим немножко, придавим, так, чтобы он был там плотненько. Слегка я его приглаживаю, чтобы он плотно просто у меня. Теперь шпателечком перпендикулярно, четко. Чтобы было все ровненько к подложке. Чтобы ровненько у нас прошло выравнивание. Так, давайте теперь посмотрим, где у нас какие пробелы. Мы сейчас эти пробелы закроем кремом и таким же образом. Так, спатулой. И пройдемся еще раз нашим шпателем. Много нам не снимать. Вот так.
все дырку видела. Так, ну все. Вот таким образом я выровняла тортик. Вот такой ровненький у меня получился тортик.